Что такое Booster Pro Ski? Это персональный аккумуляторный подъемник для горнолыжников в конструкции Алексея Биногерова. И сегодня команда Фридурки Клан проведет тесты Booster Pro на льду Дзержинского карьера. В качестве тестовой нагрузки мы решили использовать фортепиано, прикрепив к нему Booster Pro. Вот мы убедились, что Booster Pro легко буксирует фортепиано, исполнителя и несколько человек на тележке по льду карьера с номинальной скоростью 7 км в час. А теперь попробуем увеличить нагрузку на Booster Pro в 2 раза, увеличив скорость движения по льду с помощью полиспаса наоборот. А мы закрепляем Booster Pro ко льду карьера с помощью ледобура. Теперь Booster Pro тянет груз не напрямую, а через подвижный блок, увеличивая скорость движения груза в 2 раза, до 14 км в час. Как мы видим, и с этой задачей Booster Pro прекрасно справляется. Когда выпадет снег, мы продолжим наши тесты персонального аккумуляторного подъемника Booster Pro на горнолыжных склонах.